Полномочия парка высоких технологий расширили. Администрацию Белорусского технологического хаба наделили функцией контроля за финансовыми операциями в сфере токенов и криптовалют. Это предусмотрено декретом номер 1 и указом номер 111, который подписал президент. Документы направлены на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности. В мире цифровые деньги уже принимают в качестве дополнительного платежного средства. В некоторых странах можно рассчитаться, например, за коммуналку. У нас деньги, которые нельзя потрогать, пока не приобрели такой статус и популярность. Но понимая потенциал, мы хотим, чтобы этот процесс развивался без нарушений и только во благо. Ксения Лебедева побеседовала с директором парка высоких технологий о контроле за криптобиржами, цифровизации и налогах. Василий Вячеславович, во вторник на совещании у президента поднялась тема контроля за криптобиржами. И эту функцию хотят отдать ПВТ. Но возникает вопрос, как сегодня, когда криптовалюту сложно отследить, когда не виден получатель, отправитель, как это можно контролировать? Наша страна была одной из первых, а в таком, я бы сказал, в системном плане, вообще первой страной, которая приняла законодательство о криптосфере. Мы создали очень свободные, очень хорошие условия для развития этой сферы, но все было введено в легальный юридический оборот. Парк высоких технологий был избран, как в таких случаях выражается, песочницей, то есть экспериментальной площадкой для этого. И мы за эти несколько лет увидели, что действительно решение президента было очень точно, очень выверенно, что называется, в десятку попало. И это помогло не только развитию криптосферы, это помогло в целом имиджу страны, имиджу парка высоких технологий и дополнительному притоку интереса к нашему парку, дополнительному притоку инвестиций и так далее и тому подобное. Мы очень спокойно, очень твердо, очень аккуратно относились ко всем вновь регистрируемым структурам. И по большому счету, ту деятельность по контролю, о которой шла речь, она уже осуществлялась. У нас все готово, более того, не только юридически, а и практически. Потому что мы сейчас в соответствии с рекомендациями ФАТФ уже действуем. И действуем, ну, с моей точки зрения, неплохо. Мне известно, что сегодня в парк высоких технологий входит 6 компаний, которые занимаются криптовалютами. Как может контролироваться их деятельность? На что стоит обращать внимание? Есть один очень важный момент. Я об этом часто говорю. Одно такое заблуждение, связанное с тем, что, мол, цифровые технологии, они позволяют, значит, что-то скрыть, затемнить и так далее. Ровно все наоборот. Я постоянно подчеркиваю эту мысль. Наоборот, цифровой мир и цифровые технологии делают всю деятельность абсолютно прозрачной. Абсолютно прозрачный. Потому что человек, входя в цифровой мир, он оставляет такое количество, в таких случаях употребляю такое выражение, электронных следов, что, в общем-то, не представляет никакой сложности восстановить то, чем он занимался, где он был, с кем общался, кому он что перечислил и так далее и тому подобное. Я бы сказал даже, что тут скорее иная опасность. То есть тут опасность, уже состоящая в том, что крупные, прежде всего, крупные мировые корпорации, IT-корпорации, которые обладают колоссальным количеством информации о каждом человеке, который пользуется их продуктами и сервисами, ну, в общем, они становятся, во-первых, над государствами, и они получают в свои руки оружие, ну, в общем-то, которое трудно с чем-либо сравнить в мировой истории. Они же не просто видят каждого человека. Они могут проанализировать его деятельность, на основе этого анализа предсказать его поведение. А если технология способна предсказать поведение человека, видит его полностью, то она способна действительно им управлять и манипулировать. И, к сожалению, к большому сожалению, никто не может дать гарантии, что эта манипуляция или управление человека будет осуществляться во благо. На самом деле, даже то, что касается криптовалют, это тоже миф, что криптовалюты анонимны или биткоин анонимен. Это очень такое наивное суждение. На самом деле, при помощи не очень хитрого набора цифровых инструментов можно очень легко установить и движение, и то, кто с этим взаимодействовал, и так далее. Это только какое-то внешнее такое впечатление о том, что вот, мол, это секретно, недоступно и так далее. Еще раз повторю, как только человек входит в цифровой мир, он становится прозрачным. Еще 2 года назад шла речь о том, чтобы отрасли максимально цифровизировать, но при этом все это как-то застопорилось, процесс замедлился. На ваш взгляд, что сегодня можно сделать для того, чтобы ускорить этот процесс и вот вывести на правильный уровень? Любое ведомство, любое предприятие, если оно испытывает потребность в внедрении той или иной цифровой технологии, эта технология, этот продукт может быть сделан у нас в Беларуси, у нас здесь в парке высоких технологий. Ко всем вещам надо относиться очень спокойно, очень вдумчиво. Ни в коем случае всюду должна быть эволюционность, всюду должна быть спокойная постепенность. Всюду, где господствует такой радикализм или желание сделать немедленно здесь и сейчас, обычно происходит провал, обычно не достигают того, чего хотят. Принцип «поспешай медленно» на самом деле он характерен, с моей точки зрения, даже для такой быстро развивающейся сферы, как IT. Вячеслав Вячеславович, ну вот поговорили про цифровые деньги, а теперь хотелось бы про обычное, привычное нам, про налоги. Президент нашей страны поддерживал и создавал парк, и поддерживал, создавал IT-сферу не ради IT-сферы. И не ради парка высоких технологий как такового, а ради интереса всей страны, всего народа и, извините за пафос, каждого человека. Почему? Потому что это дает экономический эффект, прямой или косвенный, каждому человеку. Допустим, миллиарды валюты, которая поступает в стране. Об этом, кстати, было отмечено на совещании главой государства. Естественно, это поддерживает платежный баланс, поддерживает курс рубля, внутренний спрос. И налоги. Очень интересная штука. Очень интересная штука. Казалось бы, в IT-сфере, в парке высоких технологий решением государства налоги были снижены. Но в итоге практически государство, ничего не вкладывая, мы уже сейчас видим, получает сотни миллионов рублей поступлений, в том числе налоговых, в том числе бюджет, которые уже идут для всей страны, для всего государства и для всех людей. То есть всегда разумное решение, оно дает в конечном счете сначала неочевидный, а потом все более и более ясный, понятный и мощный эффект.